18, Граніт Бате 18-15, Вітебск Неман 18, Нафтан Гомель 18 и Василюк, да? А впереди у нас опасно, да. Спустился Николич, а это он, видно, 10 номер. Подключает левый фланг, да, активный вот этот вот североафриканец. Смотрите, какой опасный удар. Динамо в процессе чемпионата. Перехватил Роман Василюк. Прострел. Вы знаете. Видел все вратарька. 95-го года рождения. Талантливый футболист, воспитанник клуба. А в восьмом туре на его позиции играл Быков. Оправился он после травмы. Вы помните, когда дальний удар. Игорь Рожков этот мяч. Внимание, Николич пытался. А вот классный пас. Молодец. Молодец. Вы знаете, да, конечно, сегодня на нашем стадионе сидит старик Хатабыч. Болгарский паспорт у этого африканского футболиста. Удар с сопротивлением бил. И вот три из них одержаны или получены именно на выезде. Ну, а три победы, вы сами знаете, две дома, одна над торпедовцами, вот, выездная. Итак, удар опасно. Нет, не точный удар. Ну, вот мне показывает наша удар, прицельный такой удар. Встречу дублирующих составов играли эти команды и сыграли... Отличный футбол. Да, пока локальная такая борьба у нас идет на правом фланге брестской атаки. А вот это опасно, потому что Удоже всегда может создать из ничего. Идет прострел, внимание! Уже не форварда, а такого левого инсайда не смещается к центру. Идет передача на левый фланг. Вот Едигорян Артур, смотрим, вдоль идет штрафной удар. Я смотрю, что Адамович опустился ниже на левый фланг. И сейчас играют... Давайте посмотрим, что сделает Премудров. Отлично, не было вне игры. Роман Василюк идет. Подача, гол! Гол! Да! Да! Я, дорогие друзья, ничего не слышу, но насколько... Да, давайте я подожду, потому что не слышу себя. Послушайте зрителей. Пытаются в центре комбинировать. И что же, Никита Корзун отдает назад. Полетевич длинной передачей опять отдает на Мухаммеда. Янгибарян. Николич, удар. На крови Рожкова. Ну, давайте досмотрим. Валера. Было нарушение, но Владимира Щербу. Да, небрежно сыграл сейчас Андрей Соловей. Неточный пас. Адамович... Смещается в центр и бьет. 94-го года рождения. Дали пробить на позиции таких нападающих инсайдов. Ле добивает, защитники наши выносят. Премудров уже выбивает. Да. Так вот, я хочу вам...
Хорошо. Дана. Брест играет, ведет в счете, но играет в меньшинстве. Итак, время. В сегодняшнем матче в упорной борьбе Динамо Брестская побеждает дома.